Аварию ликвидировали, а о людях не подумали. На краевой КЧС плохое информирование граждан назвали главным упущением городских властей в ситуации, когда без воды почти на сутки осталось порядка 22 тысяч читинцев. По словам вице-премьера Геннадия Чупина, режима ЧС тогда удалось избежать только чудом. В данном случае ненадлежаще люди были проинформированы об аварии, о времени нарушения их жизнеобеспечения с точки зрения обеспечения водой. И, соответственно, не было четкости и ясности в информировании людей по обеспечению и подвозу воды. По оценке военных экспертов, работы по разминированию территории вокруг Большой Туры продлятся до 2018 года. С момента трагедии военные уже обследовали свыше 1300 гектаров. Однако независимая комиссия продолжает находить боеприпасы и их фрагменты даже там, где уже работали саперы. В июле месяце мы прошли этот участок, там была трава под пояс, зеленая, густющая. Поэтому то, что визуально сверху, боеприпасы, взрывоопасные предметы и фрагменты были собраны. А сейчас идет второй этап. Это все, что у нас успело вот за эти полтора года, первые боеприпасы, так скажем, внедриться в землю, в грунт. И теперь необходимо нам пройти уже этот участок, только уже с применением средств поиска и обнаружения, миноискателей, так скажем. Почему миноискатели и другую аппаратуру не применяли раньше, не ясно. Продолжение работ по разминированию запланировано на середину апреля. К этому времени военные пообещали подключить больше сил и средств для того, чтобы достать такие взрывоопасные предметы из-под земли. Алена Ведерникова, Константин Васильев, ЗапТВ.